Дары огорода в помощь Ивановскому зоопарку уже пятый год подряд. В сентябре эта белая газель привозит пакеты и мешки с продуктами, переданные кохомскими пенсионерами. Акцию «Дары осени» руководители зоосада проводят ежегодно. Для неравнодушных жителей региона формируют заказ. В дар принимают любые овощи и ягоды, еловые шишки, желуди, съедобные грибы, а еще рябину, красную и черноплодную, ботву свеклы, сам корнеплод, морковь, кабачки. Все то, что привозят, мы стараемся распределять равномерно, поскольку за один раз животные все это не съедят. В этом году, как и в прошлом году, очень большое количество яблок. Мы даже порой не успеваем съедать, но тем не менее люди несут. Мы очень рады и благодарим всех просто от души, что вот все-таки есть какое-то подспорье. Приносят и по одному, и целыми семьями. Народная тропа не зарастает. Но посылка от Кохомского центра соцобслуживания, а конкретно от клуба «Жизнелюбы» самая долгожданная. Пенсионеры подарки для хвостатых и копытных собирают с любовью. Откладывают самые крупные кабачки и самые сочные яблочки. А те, у кого садовых участков нет, съедобные подарки покупают в бакалее. Очень-очень много желающих, и их действительно становится все больше и больше. Вот, люди с огромным желанием отзываются на это все. Даже уже внуки у наших бабушек спрашивают, а повезете ли вы в этом году что-то в зоопарк там, и передают тоже через них. Традиционно те, кто огородных даров собрал больше всего, приезжают в зоопарк и лично кормят питомцев. Светлана Петровна рассказывает, здесь отдыхает душой, как ребенок радуется возможности погладить верблюдов и яков. Я 2 мешка яблок привезла, 5 ведер картошки, ведро моркови, 17 кабачков, свекла. Не знаю, сколько. Вот. Так что много всего получилось. А если чуть пораньше, яблок много приходится вываливать. Посылку рассортируют, рябины и ягоды для пернатых заморозят на зиму. Кабачки скормят копытным и обезьянам. Яблоками будут баловать всех травоядных. Привезенных из Кохмы мешков обитателям зоосада хватит примерно на неделю. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.